Давай. Дорогие друзья, коротко о главном. 17 мая в 17:00 в шоколаде состоится невыносимо замечательное, потому что никого, я надеюсь, выносить не будем. Да, вы меня поняли. Там будет и караоке-конкурс, леди и джентльмены, там будут и итоги, состоятся итоги и награждение победителей мега-фотоконкурса «Моя любимая фотка». А в целом это открытие, вот это долгожданное открытие элитного интернет-издания «Леди и джентльмены». Это то, что вы ждали, это то, о чем вы говорите сегодня. И мое вчерашнее интервью с Юрием Лоза, подтверждение, что мои планки очень высоки. Я сделаю так, как я хочу. А когда я сделаю так, как я хочу, это обязательно будет так, что вы тоже захотите. И те, которые сегодня еще хотят присоединиться к моей команде, потому что я еще не открыла издание. Я только-только собираюсь вас удивить, поразить, изумить и вообще бабахнуть на вашу голову целую тонну прекрасной информации, потому что «Леди и джентльмены» — это издание для всех вас. Это не вульгарно, это не глупо, это не банально, это всегда позитивно, интересно, конструктивно и для вас. Дорогие друзья, мне бы хотелось знать, вот вы леди или джентльмен? Вы определитесь уже наконец, к концу определитесь. Ну, здорово было бы, вот оператор рассмеется за камерой, я здесь не имею права, вы понимаете, да, мне смешит. Так что я хотела сказать, определитесь не только с этим, определитесь, вы с нами, если вы с нами, и если вы можете работать в нашей команде, welcome! Пожалуйста, присоединяйтесь. Мы должны быть вместе. Хорошие люди, как говорит Маргарита Дюрдице, президент компании «Лоял». Наверное, она сейчас икает, вот я ее вспомнила. Так вот, должны держаться вместе. Вместе, вместе мы сила. Ребята, я вас очень прошу, давайте подумайте очень хорошо. Вот что, узнали какую-то новость, позвонили, пришли, узнали, сфотографировали, прислали. Сделаем так, чтобы это издание было эксклюзивным, чтобы самые интересные новости, чтобы самые горячие события. А когда я буду во главе, я уже во главе, хотите вы этого или не хотите, я являюсь главным редактором элитного интернет-издания «Леди и джентльмен». И я вам хочу сказать, интеллект без цензуры. Вот девиз нашего журнала. И обязательно, мы обязательно будем первыми, потому что я так привыкла быть первой. А вместе, вместе со мной, естественно, первыми будут все. И пусть это будет первый мир, который мы построим своими руками ярко, красочно, как настоящие леди и джентльмены. Ждем вас 17 мая.